Всем привет, я продолжаю прохождение игры «Корсары каждому свое» на сложности «Отчаянный Корсар». Сейчас Шарль де Мор выполняет квест «Карибские нравы», в рамках которого ему нужно доплыть и доставить пушки до французского фрегата, который находится недалеко от Порто-Белло. Соответственно, сейчас он плывет от Сантьяго в сторону Гаваны, то есть так обплывая Кубу. Соответственно, ему нужно сейчас будет выйти на глобальную карту и по быстрому переходу дойти до мыса Сан-Антонио. А дальше уже мы направимся к мейну, и попутно Шарль будет собирать все новые кусты мангоросы, так как он научился их быстро находить. Мы уже недалеко от Гаваны, выходим на глобальную карту. Смотрим, что можно теперь выходить снова на боевую. Замечу, что никакого преследования даже близко уже нет, естественно. Есть быстрый переход на мыс Сан-Антонио. Теперь мы вообще от воображаемого теперь преследования отрываемся еще дальше. Собственно, оно где-то проходит мимо нас. То есть проходит абсолютно тот же номер, что был на Гваделупе и на Сент-Мартене. Теперь плывем на юго-запад к мейну. Когда достаточно продвинемся в том направлении, будем выходить на глобальную карту. Мы достаточно продвинулись, теперь можно выходить на глобальную карту. Можно было еще продвинуться по боевой, тогда бы вообще не пришлось плыть по глобальной карте. Ну, в общем, еще раз подчеркиваю, это несущественно, так как у нас огромный запас времени. Двигаемся к мысу Каточи, но мы должны еще заплыть в залив Гибели. Шарль решил, что здесь может быть Мангоросса. А так как его предчувствие, как правило, не обманывает, то она здесь действительно есть. Это как раз старое судно здесь, разваленное. В нем растет Мангоросса. Здесь также есть сундук, в котором жемчужина. Соответственно, мы сейчас будем по боевой карте двигаться на юг, в сторону залива Косумель, пока не будет быстрого перехода туда. Но сначала нужно высадиться на мысе Каточи, так как Шарль хочет здесь тоже поискать Мангороссу. Он идет в локацию, следующую за самим мысом. Здесь в глубине джунглей вот здесь мы находим еще одну Мангороссу. Идем дальше, поднимаем паруса и плывем на юг к заливу Косумель. Я не очень удачно выбрал ветер, но не критично, зато вы сможете полюбоваться природой в игре. Очень красивый восход. Вообще, вот что касается моря, то здесь в этой игре очень красиво все реализовано, на мой взгляд. Восходы, закаты. Световые радуги. Поэтому здесь можно даже получать удовольствие, просто плавая, наблюдая за сменой погодных условий. Времени суток и так далее.
Ну вот появился быстрый переход к заливу Кусумель. Дальше залив Читумаль. Собственно, Белиз. В таверне Белиза встречаем двух контрабандистов. Это значит, что один не контрабандист, а продавец карты. Так, это контрабандист, а это продавец карты. Он хочет за карту 14 500, берем. Шарлю везет на карты. Открываем меню вещей, смотрим, что за карта. Для карт. Даже сундук тот же самый. Теперь идем в бухту Аматики. Так как Шарль чувствует, что там можно найти кусты Мангаруса. В локациях, которые идут вслед за бухтой Аматики. Ну и в самой бухте мы видим, что слева как раз есть уже один куст. Дальше Шарль идет вглубь материка. Мы же знаем, что предчувствие Шарля в данном случае никогда не обманывает. Скажу, что оно не обманывает его и сейчас. Эти кусты имеют тенденцию расти в строго определенных местах. По пути завалив группу пиратов, Шарль идет дальше вглубь материка. Там дальше пиратов не будет. Надеюсь, я помню хорошо все места. Так, одну мы нашли Мангаросту. Сейчас будет вторая, вот здесь вот. Это локация, из которой в храм этих инков можно войти. Здесь нету, по-моему. Нет, здесь тоже. Нет Мангаросса. Скорее подстраховываюсь. Еще одна Мангаросса есть, где статуя телепорта. Телепортация. Здесь вот. Это уже три Мангаросса. Следующая Мангаросса будет в гроте, в которой можно выйти вот из локации, где статуя телепортации. Нашли томагавк. Идем дальше. Это уже 4 Мангаросса. То есть в самой бухте, в локации, где храм инков можно войти. Дальше в локации статуи телепорта. В гроте. И еще 2 будут в бухте. В бухтах, в двух бухтах здесь.
Это Тихоокеанские бухты, если можно так выразиться. Соответственно, вот здесь вот будет Монгороссо, в первой бухте. И рядом бухта. Там тоже будет Монгороссо. Получается всего 6 Монгороссо от бухте Аматики. Что ж, рвем Монгороссо, возвращаемся на корабль. Теперь переходим из бухты Аматика в лагуну Каратаска. И отсюда по боевой карте поплывем в сторону Блюэльда. Сначала на восток, потом на юг. Мы проделали достаточный путь. Пора уходить на глобальную карту. Ну да, мы уже у берега москитов. Соответственно, сейчас пойдем туда по быстрому переходу. И вот мы, собственно, в Блюэльде. Далее выходим в город. Здесь, конечно же, идем в таверну. Ну и по возможности весело проводим время. Теперь посмотрим, что у нас с пушками на шлюпе. Видим, что шлюп может быть вооружен 8-фунтовыми кулевринами. Поэтому вполне можем апгрейдить свои пушки, так как деньги позволяют. Поэтому продаем 6-фунтовые, которые были установлены до этого. Теперь видим, что на шлюпе сейчас нет пушек. Мы можем купить 14 полукулеврин. Это и есть 8-фунтовые кулеврины. В общем, тратим на это кругленькую сумму. Но, повторяюсь, деньги есть. И чего их жалеть? Устанавливаем теперь. У нас шлюп вооружен 14 полукулевринами. Теперь по боевой карте плывем к бухте Хуан дель Норте. Плывем до тех пор, пока эта бухта не появится на быстром переходе. Пока ее нету. А вот теперь уже есть. Высаживаемся. Здесь Шарль будет искать еще несколько Монгороссо. По пути разобравшись с несколькими индейцами, Шарль свернул на развилке направо и у входа в грот нашел первый Монгороссо. Теперь на развилке поворачиваем налево, доходим до пещеры, входим в нее. О, тут небольшой сюрприз. Тут у нас логово бандитов. Что ж, я думаю, разберемся с ними, раз такой
случай подвернулся. Надеваем голландскую шпагу. Так их не получится согнать с места. Ну что ж, замечательно. Просто будем в них стрелять. Да. Соответственно, после этого выстрела они, естественно, нападают. Надеюсь, много здоровья не потеряем, но вот уже. Надо отходить немного дальше, так как они, в общем, частично сквозь стену все-таки могут пробивать. Всего трое. Ну, в общем, откровенно говоря, конечно, не ожидал я на них наткнуться здесь. Но это скорее удача. А, нет, их четверо. Никак им не протиснуться. Видимо, между ними явная конкуренция, кто Шарля будет убивать первого. Никто не хочет уступать. Один другому орёт, он мой. И только мой. Что ж. Шарль не против. Как видим, никаких особых проблем этот бой не вызывает. Блок они не пробивают. Последние выстрелы все. Видим, что с них много чего можно снять. Снимаем и с остальных тоже. Это что называется, Шарль удачно зашел. И оружие, и дублоны, и камни. Я так понимаю, это сходка воров в законе. Что-то вроде этого. Так. Видите, здесь находится Шарль из Кобо Монгаросу. Рядом с мостиком. Зачем он, собственно, сюда пришел? Обыщем сундучок по пути. В сундучке ничего нет. Но это не страшно. Шарль здесь уже получил гораздо больше, чем думал и ожидал. Так, у выхода из пещеры находим еще одну Монгаросу.
Все то же третье. В этой бухте Хуан дель Норте. И дальше идем прямо в еще одну так называемую Тихоокеанскую бухту. И здесь находим четвертую Мангаруссу в этой бухте. Возвращаемся на корабль. Теперь посмотрим, что оружие мы сняли с пиратов. Сняли очень даже неплохой катлас. И, в общем, два посредственных топора. Далее отправляемся на юг, в сторону порта Белла по боевой карте. В общем, плыть тут много не надо. Смотрим, как вблизи выглядит шлюп Шарля. Небольшой кораблик. Выходим, соответственно, на глобальную карту. Я думаю, что уже достаточно проплыли. Снова на боевую. Ищем быстрым переходом французский фрегат. Вот он. Поднимаемся на борт. Шлюпки на воду! И радуем французского капитана, что наконец-то у него будут исправные пушки. Там! А ну, пошевеливайтесь! Соответственно, 3 часа еще будет потрачено на перегрузку этих орудий. Эй, там! А ну, пошевеливайтесь! Он предлагает следующее задание: пробраться в Порто-Белло и выяснить, куда делся его агент. И когда выйдет корабль, на который, собственно, здесь охотится. Мы, соответственно, соглашаемся. Смотрим в журнале. У нас появляется новая запись. Кстати, хочу обратить внимание, что мне потребовалось 4 дня, чтобы доплыть до этого фрегата. В общем, несложно посчитать, что туда, обратно, туда, точно. Еще раз обратно можно было бы, если бы мы, ну не то что рвали жилы, но, скажем так, еще быстрее проходили, не отдыхали и не развлекались по пути. Так что можно туда, обратно, туда и снова обратно. То есть можно 4 раза проделать этот путь за 14 суток. Шарль высадился в заливе Москитос, дошел до порта Белла, но тут подбегает девица. Как обычно, девицу отправляем на все 4 стороны и ухажеров на тот свет. Смотрим, Шарль прокачивается, его легкое оружие уже 27. Соответственно, Херардо Перьета получает личную способность, и мы также даем совместитель. И ставим его еще на место плотника, кроме казначея. Индеец у нас пока не при делах, но я думаю, что это ненадолго. Найдется ему работа. Видим, что у Шарля теперь полный комплект офицеров. Он теперь с помощью этих офицеров мастер на все руки. Используем тот же прием, который использовали в Сен-Пьере, когда ввели туда испанского инженера. Также отдыхаем до утра, чтобы не нарываться на бдительную стражу, которая по ночам. И уже днем пойдем решать наши проблемы.
В частности, нам нужно в первую очередь дойти до таверны. Утром идем в таверну. Здесь можно пройти двумя путями, справа, слева. Вот, кстати, бомж входит. В общем, утром не проблема. В таверне можно проходить двумя способами. Можно обратиться к... Я вам делать это не советую, так как он настучит. И даже если вам удастся завалить всех, кто на вас нападет здесь, с испанских солдат, то вы в квест все равно провалите, так как вам ничего не удастся узнать. Надо обращаться к первому выпивохе, который предложит вам выпить. И он вам расскажет, что французского агента схватили, и теперь испанцы на стороже и ждут еще испанских агентов. Поэтому, в общем, Шарлю не с руки самому идти наверх и узнавать насчет тяжелого галеона. Поэтому мы сейчас откроем журнал, и, в общем, там будет написано, что Шарлю нужно искать человека, который не привлекает внимания, в общем, местные, которому нужны деньги. В общем, разработчики намекают, что Шарлю нужно поговорить с местным бомжом, чтобы он сходил наверх. Вот так агент. Да, конечно, бомж, вдруг заинтересовавшийся делами наверх, и, конечно же, не привлечет никакого внимания, здесь я согласен. И вообще, я думаю, что всем разведкам мира нужно искать самых информированных людей, а именно бомжей, о передвижениях вражеского флота. Ну вот. Всего одну монету. Шарль предлагает бомжу поиграть в контрразведку. В общем, говорит, что его нанял губернатор, выяснить, кто саботирует выход этого тяжелого галеона в море. Ну и предлагает ему 5000. Бомж, естественно, соглашается. Соответственно, смотрим журнал. Нужно будет встретиться с бомжом, в общем, после 11 вечера на пирсе. То есть это недалеко от верфи. Сейчас пойдем в таверну и будем ждать. Ну вот 12 час, Шарль выходит из таверны и идет сразу направо к бомжу. В общем, бомж ему расскажет, что никакого саботажа нет. Сам губернатор, оказывается, приказал задержать выход Лакантры, пока не привезут достаточный запас пороха. В общем, бомж недоумевает, а Шарль, сориентировавшись, делает вид, что это провокация, что он просто пытался как бы выяснить, кто будет распускать язык об этом. Даем бомжу 5000, в общем, всю информацию мы уже получили, какая требовалась. В общем, в сухом остатке галеон готов к выходу, но он ждет барк Пуэбло с порохом. Но если этот барк не явится в течение 3 дней, то Лакантре ничего не останется, как выходить из порта Белла с недостаточным грузом пороха. В общем, можно сразу как бы пойти в джунгли, но предупреждаю, там наверняка нарветесь на мушкетера, который будет убивать вас с одного выстрела, так что зачем рисковать. Также дожидаемся дня и идем к выходу в джунгли. Вот наш агент уже ходит, как ни в чем не бывало. Здесь нас остановят, конечно же, не могут не остановить. Включаем замедление, убираем боевой режим и быстренько выходим в джунгли. Собственно, все, пора идти за деньгами. Ну вот Шарль уже в заливе Москитос. Сейчас он должен пойти на французский фрегат, получить свои 250 дублонов. Напомню, что за первое задание Шарль получил 200 дублонов, за это он получает 250. Если я не ошибаюсь, то за последнее задание он получит на Гваделупе от Жерара Лекроа 450 дублонов. Шарль докладывается о том, что он выяснил. Соответственно, получает новое задание, от которого он уже здесь не может отказаться. Перехватить, собственно, этот барк Пуэбло. Ну, в общем, мы и не собирались отказываться от этого задания.
И только выполнив, собственно, это задание, то есть либо утопив, либо взяв на абордаж Барк Пуэбл, можно рассчитывать на вот те 450 дублонов на Гваделупе. Да, и правильно все-таки этот корабль называется Алакантара, а не Лакантра. Прошу прощения. Ну, в общем, как бы он ни назывался, мы с ним не столкнемся. Также, в общем, мы и не узнаем, чем закончилась дуэль этого фрегата с этим галеоном. Наша задача сейчас перехватывать Барк Пуэбл. Теперь выходим на глобальную карту и ищем Барк Пуэбл. Его следует искать на востоке. Соответственно, он именно с востока на запад плывет к Порто-Белло. Нам нужно его перехватить, соответственно, подальше от форта. Вижу, к сожалению, будем сражаться ночью. Выходим на боевую карту. Пропускать его было нельзя, поэтому время суток, к сожалению, выбирать тоже не получилось по этой причине. Заряжаем сразу картечью, так как Барк, в общем, тихоходный, поэтому от нас он никуда не денется. Наша задача подойти поближе, расстрелять команду картечью и потом брать его на абордаж. Соответственно, когда он стреляет, а он стреляет либо бомбами, либо никелями, соответственно, нам нужно снимать паруса либо частично, либо полностью. Видим, что у нас полный набор офицеров, соответственно, мы очень хорошо подготовились к этому бою. И, в общем-то, если так поразмыслить, у них нету никаких шансов. У нас не намного меньше команды, чем у них. У нас, скажем так, больше огневая мощь, чем у них. Выше скорость. Хотя, конечно, в целом показатели управления кораблем, стрельбы и прочее, не сомневаюсь, у них получше. Естественно, команда у них наверняка элитная. Но это их не спасет, конечно. Но вот мы подошли. Соответственно, теперь мы просто начинаем расстреливать картечью близкого расстояния. Главное, чтобы они тоже не перешли на картечь. Но вот мы видим, что они не перешли. Все замечательно. Левый борт готов к залпу. Напомню, что у нас, как я уже показал, есть и хороший канонир достаточно. И боцман хороший. Я вот не помню, будет ли у них мушкетный залп. Посмотрим. Но даже если будет, я надеюсь, у них будет такое количество команды под конец, что для нас это будет не так страшно. Сразу скажу еще, что здесь в корсарах каждому свою немного другой расчет потерь при мушкетном залпе. Если в ГПК, в общем-то, даже маленькая команда могла существенно сократить атакующую команду, то здесь, в общем, чем меньше остается команда, тем меньше она может нанести урона на мушкетном залпе. Поэтому, если выносится команда практически полностью какого-то корабля, то она уже не может нанести
мечте, поскольку нам существенный урон мушкетом залпом. Так, ну вот, решающие выстрелы. Ну да, мы видим, что, в общем, мы практически уже добились своей цели. Они по-прежнему не стреляют в картечь. Причем и глубокая ошибка, естественно. Ну и вообще, Барк — это, безусловно, не боевой корабль, это торговый корабль, у которого большой трюм. В общем, достаточно большая команда при этом, естественно, но очень низкая огневая мощь. Поэтому, если бы, скажем так, я играл бы за них на той стороне, то, безусловно, я бы первое, что пытался сделать, это сразу идти на базу. Хотя, конечно, навряд ли у меня бы это получилось, так как противоположный корабль стал уходить от этого. Поэтому что надо было бы делать Парку, ему нужно было бы во что бы то ни стало попытаться вынести паруса шлюпу и дальше брать его на абордаж сразу, без всякой артиллерийской дуэли, скажем так. Но они так не делают, естественно, потому что они, скажем так, не столько глупые, сколько искусственные, я бы так сказал. Так, надо поменять оружие на вавилонскую шпагу, так как там будет приличный капитан. Не хотелось бы получить там много урона. Идем на абордаж. Пленных не брать! Начинается абордаж. Не думаю, что он будет долгий, так как команды у них практически нету. Но ничего не могут сделать без капитана. Четыре человека окружили бедолагу и не могут ему решающий удар нанести. Обыскиваем. Находим тяжелый кошелек. Который вполне возможно будет стоить больше, чем весь этот корабль. Дальше будет трюм, который еще короче. Также все обыскиваем. Нет, я думаю, что этот корабль дороже, чем кошелек. Дальше. Самое сложное. Каюта капитана. Выносим ему энергию. Но вот энергии у него уже нет. Так что задача главная решена. В принципе, этот бой напоминает разборки с бандюганами по наводке подавальщиц в таверне. Уверен, что этот персонаж также пробивает блоки, поэтому с ним не надо долго церемониться. Именно поэтому я взял вавилонскую шпагу, чтобы не затягивать весь этот процесс. Пистолет плюс вавилонская шпага. Все очень быстро. Теперь обыскиваем главный сундук, мушкет.
Я так понимаю, вы сюда положили, чтобы в любом случае у игрока он был. Так как есть такое дополнение Калиуча, где, в общем, этот фитильный мушкет нужен. Также здесь талисман Гантер и, собственно, рецепт изготовления этого талисмана. Смотрим Барк Пуэбло. То есть это считается уникальный, как бы, барк. Ну, в общем, обычный барк, как по мне. Что главное, трюм. Собственно, барк для этого и есть, чтобы был хороший трюм. Все остальное, ну, прямо скажем, посредственно. И команды, кстати, на нем не больше, чем на нашем шлюпе. Теперь надо плыть на Гваделупу за вознаграждением и на Сент-Мартен за кладом. Это все мы будем делать в следующей серии, эта серия закончена, продолжение следует, пока.